Более 8 миллионов рублей. Такой ущерб нанесли вандалы городу только в этом году. Их излюбленными местами стали сад Салавата Юлаева, сквер 50-летия Победы, парки Якутова и Победы и даже жилые дома. Вандалы крушат фонари, беседки, крадут цветы и оставляют граффити на стенах зданий. От рук бандитов страдают и кладбища. Там ломают памятники и крадут ограждения. В связи с этим предлагаем, первое, упорядочить работу пунктов приема металлов, а именно запретить размещение пунктов приема металлов в гаражах. Необходимо, чтобы они приняли цивилизованный вид, и на прилегающей территории установить камеры видеонаблюдения. Второе. Создать межведомственную группу для разработки плана работы программы финансирования для внедрения АПК «Безопасный город». Третье. В бюджете городского округа на 2018 год предусмотреть средства для установки камер видеонаблюдения в общественных местах. В Уфе уже установлено 324 камеры видеонаблюдения. 213 записей с них помогли раскрыть преступления. Хотя количество камер необходимо увеличивать, а также искать для этого максимально выгодные подходы. С учетом нехватки денег в городском бюджете необходимо искать более эффективные методы внедрения и работы АПК «Безопасный город». Искать и привлекать частный бизнес, работающий в сфере безопасности, который заинтересован в развитии данного направления. Как пример могу привести компанию «Волкодав». На сегодняшний день такая система много лет внедрена, используется без средств бюджета. На инициативе граждан устанавливаются камеры наблюдения в подъездах, на чердаках, подвалах и территориях дворов. Год назад нами было направлено письмо на главу администрации, дважды направлял, что компания «Уфанет» готова инвестировать 50 миллионов в проект и рассмотреть частно-государственное партнерство. В итоге мы получили два отказа, сказали спасибо, не надо.